Спасибо Давакину за 44 тысячи рублей. Завтра Skyrim, завтра. Завтра обязательно Skyrim, а пока ретро-ФМ. Спасибо за 44 тысячи. Хорошо, что это было не во время нон-саб-мода, а то пришлось бы выслушать очень много всего. И, братишка, я догадываюсь, кто это прислал. Пристань, пожалуйста. Пожалуйста, перестань мне кидать такие огромные суммы. Я уже замучился, я... Не знаю, куда мне девать столько денег, их слишком много. Их слишком много, этих денег, понимаешь? Их просто слишком много. У меня огромные пачки, как у бога Кузи, лежат уже просто дома. Вот, ну, кто не знает бога Кузю, тот может погуглить, его недавно арестовали. И вы подивитесь, какие дебилы бывают вообще в жизни, раз верят в такое. И вот у меня уже такие же пачки, поэтому заканчивай, заканчивай, пожалуйста. Я просто, ну, типа, отключу донаты. Мне... Я, конечно, потрачу эти 44 тысячи на пиво, но я буду делать это с тяжелым сердцем и больной печенью. По двору идем, и нет нам дела больше ни о чем. Парни, ну, все, я устал. Я сидел почти 50 минут, нету просто Will of Games, чтобы как-то это обсудить, но я думаю, он пойдет мне навстречу, понимая ситуацию. Не работают сервера, непонятно, когда поднимутся. Может, скоро, может, не скоро. Просто так ждать, сидеть, это полный маразм, и у меня уже настроения особо нету. Поэтому я сейчас пойду отдыхать, набираться сил. Сегодня был длинный стрим, 6-часовой, кто не знает. Брумбу, спасибо за подписку. Где я добив... Прекрасно. Да. Все это стакается. Илья, привет.
Видел? Я, извини, понимаю, я... уже менты пришли после ролика на Пейского. Где они? Я выключу, потому что я понял вопрос, мне лень слушать сексуального мужика. Ну, я думаю, что надо осторожнее работать с... Надо осторожнее работать с политикой вообще, в принципе, и лучше парням не лезть в эту степь. Это мой им совет такой заочный. Но если они хотят рисковать, то зря. Что касается стрима, то завтра в 18:00 у меня осталось, я считаю, честно, я 2 часа сегодня поиграл, у меня не получилось. Ну, 2 примерно, я не буду тут в как-то это прям лезть, ну, типа... Не знаю, не хочу говорить грубое слово, но, в общем, вы поняли, куда я лезть не хочу, поэтому я думаю, что 5 часов это нормально. Завтра с 18 до 23 приходите, пожалуйста, еще 5 часов хизи. Вроде сегодня было весело, я постараюсь опять на свою сторону приманить веселых ребят. Я не знаю, пойдет ли кекс или нет, но сегодня реально не получилось из-за того, что игра крашнулась. Кто сегодня не был на дневном стриме, я Сому дошел в нормальном стиле, заныв всего 2 или 3 раза и всего 53 раза забанив людей и где-то 4 раза поссорившись с чатом, поэтому все было нормально, можете досмотреть. Сегодня я хочу расслабиться, выпить чашечку кофе, пивка, и завтра 18:00, 5 часов, и потом, возможно, ночной стрим. Спасибо, что сегодня пришли, было приятно ощущать вашу поддержку. Даже сейчас ждало поднятие серверов 7000 человек, а вчера было 10, точнее, сегодня вот, ну, на катках было даже больше. Это потрясно, на самом деле. Я постараюсь, чтобы завтра было так же весело. Приходите поддержать меня. И потом, возможно, Skyrim, если у меня еще будут силы. Я постараюсь выиграть как можно быстрее. Все-таки сегодня был хоть как... Хоть я и был плох, но был какой-то прогресс. Я понял, что стрелять надо с правой кнопки мыши. Я понял, что можно рвать на рубашке. Так что все будет завтра хорошо, ребята. Я люблю вас. Извините, что так получилось. Ночного сегодня точно не будет, потому что я хочу побыть своей женщиной. И раз уж такая ситуация с серверами, то, ну, чего я буду сидеть тут и ждать неизвестно чего. Да, ночного сегодня не будет тоже. Мне тоже нужен отдых, потому что сегодня был дневной. Так что, ребят, подписывайтесь, фолловьте канал. Это же Мэтт на Твиче. Подписывайтесь на канал Мэтт Гострим. Я постараюсь более, что ли, более лучше делать стримы, чтобы не было так, как вчера по Соме, потому что я сам чувствую, что я полной херней занимался, но я просто не понял, ну, я уже сказал, я неправильно понял направление этой игры, я думал, что это веселый хоррор, где можно веселиться, оказалось, что это довольно нудный 8-часовой sci-fi триллер. Вот. Да, приходите завтра, 5 часов. Ну, на самом деле, первая попытка разогревочная, вторая тоже, поэтому будет, наверное, 4 часа здравых попыток. Я очень надеюсь, что завтра с серверами никакой бодяги не будет, и мы затащим. Верьте в меня, я верю в вас, люблю вас, ребята. Люблю и нон-сабов, и сабов, и всех вообще на этом свете. Если сервера поднимутся вот прямо сейчас, то не обижайтесь, что я ушел, я этого знать не мог. Проведите этот вечер с пользой, позвоните родителям, ложитесь спать пораньше, чтобы посидеть завтра работу, университет, школу, мечеть, синагогу, церковь или куда вы там ходите. Всем пока, люблю, до свидания. И спасибо за 44 тысячи. Еще раз, Сырников, я думаю, это ты был. Я уверен, что это ты. Я даже проверять не хочу, но на всякий случай проверю. Вот, но такие деньги только ты можешь задонатить. Я ведь знаю, как проверить. Я ведь знаю, как проверить, кто мне донатит. Ну да, конечно. Спасибо еще раз, братан. И, знаете, тут кто-то от маминого PayPal, Светлана Удалова, слал мне деньги. Светлана. Извиняюсь, что назвал вслух, но в любом случае это забавно. Я сомневаюсь, что это была женщина. Женщина. Мне еще никогда не платили женщины за то, что я люблю вас. Люблю их. За то, что они любят меня, а я люблю их. Потому что я люблю вас сейчас. Все. Удачи, удачи, удачи. Пока.